удивительны. Мозырский художник Юлис Боровский пишет свои картины в стиле сюрреализма. Это направление в искусстве стало известно благодаря эпатажному Сальвадору Дали. Сюрреализм – это реализм как бы под увеличительным стеклом, более такой вкрадчивый, более найти в человеке какие-то его характерные черты, какие-то особенности и передать это на холсте. Ну вот. Первые работы были такие, я помню, заказывали портрет, и я хотел узнать, чтобы не просто, что за человек, а кто он, когда родился, там даже знак гороскопа какой, чтобы все это соединить в одно и показать на холсте. У любого художника есть муза, а у Юлии их целых две – жена Ольга и дочь Ксения. Автопортрет «Омут» – одно из полотен, где автор показал собственное перерождение, когда в его жизни появилась она – Ольга. На другой картине под названием «Мама» можно увидеть очень личную историю ее создателя. Так через мифические образы его жизнь трансформируется, и он выходит из тени, обретя заслуженный покой и семейное счастье. Вдохновляют меня мои близкие, родные и то, что происходит со мной в жизни. Я как бы в своих картинах пишу дневник своей жизни. Вот эта картина посвящена такому-то событию, это другому событию. В свои 56 лет Юлис Боровский не останавливается на достигнутом. В его планах много работы, но главная его задача – воспитание дочери. Теперь я знаю точно, что самая лучшая моя работа, которой я горжусь и люблю больше всего, это вот моя доченька. Иди ко мне, солнышко. Вот моя красавица. Вот она меня и вдохновляет. Юлий не пишет пейзажи и классические портреты. Его работы пронизаны мистицизмом и глубоким психологизмом. Зритель в них может увидеть свое или вовсе ничего. Многим непонятно. Многие ругают, говорят, что это надо нарисовать что-нибудь такое, пейзаж там, или, ну, чтобы красивую природу, чтобы людям настроение поднимать, там, или чтобы глаз радовать. Но мне это неинтересно. Лучше, чем сама природа, создала пейзаж. Ни один художник, ни один фотоаппарат этого не передаст. Екатерина Юрченко, Евгений Степанов, Ян Михаленя. Телеканал «Мозырь».